Парни, девчонки, всем привет. Шкода Октавия у нас сегодня, кузов А7, как и договаривались. Я уверен, что многие из вас уже видели сотни обзоров на этот автомобиль. Именно поэтому сегодня мы сделаем некую подборочку из минусов автомобилей, про которые никто не говорил, про что все умалчивают, либо говорят, знаешь, так вот, ну, поверхностно так заикнулся и пошел дальше. Конечно же, мы скажем про плюсы автомобиля для объективности, но больше будем строить рассказ именно про минусы. И мы начинаем прямо сейчас, не будем тратить наше эфирное время, поехали. Ну а начнем мы, конечно же, с внешнего вида автомобиля. Вот сколько раз про это уже говорили, кричали о том, что Шкода Октавия похожа на немцев, в частности на Volkswagen, там Polo некоторые говорят, кто-то говорит на Passat. Все, вот похоже, да, она похожа внешне, она похожа интерьером. А почему она похожа? Я задался этим вопросом, что для этого сделал? Я сел за компьютер вот так вот и пишу, почему Шкода Октавия похожа на немцев. И знаете, какой был ответ первый? Прям первая статья, и начинают рассказывать про такого человека, как Йозеф Кабан. Это дизайнер, который работает в Шкоде с 2008 года, с февраля. Он главный дизайнер по внешнему виду автомобиля и по внутреннему виду автомобиля. А где он начинал работать, как вы думаете? Где он практиковался, стажировался? Где, где? Конечно же, в Volkswagen. Там этот человек сначала работал помощником дизайнера, потом уже стал также принимать активное участие в создании внешнего вида автомобиля. И оттуда он плавненько перетек в Шкоду, где, собственно, сейчас и трудится. Я думаю, это сразу дает ответ, почему автомобили похожи. Кузов А7 сегодня называют гармонично сложенным. Это на самом деле действительно так. В целом, если на машину посмотреть спереди, сзади, сбоку, вот с любого угла, с ракурса, машина глазу приятна. Я не могу сказать, что это вау-автомобиль, что у нее смотришь и говоришь, блин, какая классная машина, прям хочется ее, как вот с некоторыми моделями бывает. Нет, это в принципе штатный автомобиль для города. Но, как вам известно, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому кому-то нравится, а кому-то, может быть, и не нравится. Мы пойдем в заднюю часть автомобиля и откроем багажник. Начнем мы именно с него. Задняя часть автомобиля, и какой обзор абсолютно не открою, все кричат про одно. Какой здесь шикарный багажник, то что 568 литров, самый большой багажник в классе. Да, это действительно так, как вы видите, детское кресло. В принципе, много чего помещается, здесь есть у нас запасное колесо. Но, вот смотрите, специально сложил задний ряд сидений, вот одну часть. И мы видим что в принципе ровного пола не образуется абсолютно. Я считаю что это на самом деле минус. Хотя Шкода говорит что это конструктивная особенность автомобиля. Здесь вот некая перегородочка такая. Вот, и багажник слегка утоплен вниз, а сиденье приподнято вверх. Это, в принципе, удобно при поездке, то есть ты когда сидишь сзади, ты не на полу сидишь. Но в тот же момент я считаю что нужно думать, нужно как-то придумывать. Меня это как потребителя не особо должно волновать. Я хочу открыть багажник, увидеть здесь ровный пол. Вангую, парни. Придет время, они к этому придут. Будут открывать на каком-нибудь показе в шоу-руме и говорить, вот, смотрите, теперь у нас багажники стали еще комфортнее, еще лучше. Минус это или нет, решать каждому. Но для меня, как вот для человека, я знаю одно, что ровный пол, это куда удобнее, нежели чем когда пол идет со ступенькой. Ну а с другой стороны, если посмотреть на обшивку, в принципе, все добротно сделано. Здесь ничего не ходит, не елозит, не скрипит. Я специально у владельца автомобиля спрашивал, пробег на машине 94 тысячи. При движении никаких скрипов посторонних из багажника не доносится. Пойдемте дальше. Второе, на что здесь нужно обратить внимание, что в автомобиле с двигателем 1.2, 1.6, 1.4 литра идет задняя подвеска, торсионная балка. Если вы сегодня придете покупать автомобиль и спросите у менеджера, а что же такое представляет из себя торсионная задняя балка, он вам начнет рассказывать о том, что это в принципе комфортная подвеска, хорошая, что у нее есть масса своих плюсов. Но на самом деле это не совсем так. В городе, конечно, ты не заметишь особо ее работы. То есть ты будешь ездить по городу со скоростью, допустим, до 100 км в час, в принципе, будет нормально. Единственное, когда ты будешь ее чувствовать, это при проезде лежачих полицейских, либо при неровных участках дороги. Задняя часть автомобиля такая немного получается прыгучая. То же самое тебя может встретить на большой скорости. Когда ты будешь ехать, например, знаешь, заходить в поворот затяжной, и на мосту будут образовываться такие некие стыки, проезжая по ним, тоже жопа может слегка подпрыгивать. На скорости больше 160 км это вообще может быть очень жесткий дискомфорт. Я, конечно, понимаю что многие из вас, ну или кто-то скажет что 160, да у нас в стране нельзя столько ездить, я знаю. Я прекрасно знаю, но я также знаю что в жизни, вживую, выйди на трассу, посмотри, ты сам все поймешь. И к этой подвеске нужно относиться более внимательно, потому что ресурс тех же самых, например, подшипников у нее, в принципе, идет уже на 70-80 тысяч. Но, опять же, подчеркиваю, здесь все важно от эксплуатации. Например, у нас в России, да, в некоторых регионах, то зима,
зима, то плюс, то минус, грязь, реагенты, то есть резинки, например, начинают быстро изнашиваться, в них попадает грязь, пыль. Соответственно, при каждом техническом обслуживании, загоняя машину на подъемник, заднюю балку обязательно смотрите. Прям все внимательно смотрите. Опять же, какие еще у нее минусы? Она крепится непосредственно напрямую к кузову. Шум от машины, от дороги вот именно идет сильный. Многие жалуются на подвеску именно вот на заднем, потому что она шумная. Более того, она полузависимая. А это знаешь, о чем говорит? Это говорит о том, что ты когда едешь на машине, если у тебя заднее, например, левое колесо попадает в яму, вот оно уходит вниз, то правое колесо у тебя не остается наравне. Оно слегка тоже приподнимается. То есть сцепка с дорогой становится хуже, а это небезопасно. Торсионная балка ставится на бюджетный автомобиль, на малолитражки, небольшие машинки. Она пошла вообще в 20-х годах. То есть вот то, что мы имеем сегодня, это путем, знаешь, доработок и улучшений. Первый автомобиль, на который мы поставили ее, это был Volkswagen Beetle. У нас в России их не продают, но они очень популярны в Европе. Такая небольшая малолитражечка, чем-то похожа на Volkswagen Жук. И поэтому, кто бы вам что ни говорил, можно привести один простой пример. В автомобиле с двигателем 1.8, которые идут дороже, там идет многорычажная подвеска. Но о чем-то же это должно говорить, то что в бюджетной версии балка, в более продвинутой версии идет многорычажка. Не будем на ней заострять внимание, так много уже сказали. Одно скажу, если ты потенциальный покупатель, на это внимание стоит обратить. Идем дальше, давайте, не отходя от кассы, сразу сядем в автомобиль. Подчеркиваю, сажусь сам за собой. Вот уже сразу при посадке джинсами зацепил. Можно испачкаться. Но запрыгиваем. Нормально. Сидеть можно. Переднее кресло приподнято, поэтому ноги без проблем помещаются под него. Сел. Ну, знаешь, ребенку, например, либо там жена с ребенком сидит, тоже нормально будет. Ну, а здоровым мужикам все как обычно. То есть ничего нового нет, несмотря на то, что это автомобиль С-класса, и он на 200 миллиметров примерно короче там той же самой Камри, ну, которая уже в D-классе. Сесть с него можно, по городу покататься, перемещаться, я думаю, напряга не будет. А вот на дальняк, ну, конечно, уже начнешь ерзать, то есть будешь сам боком садиться, еще как-то вытягиваться пытаться. Поэтому четвером здесь, конечно, далеко не поедешь, а втроем можно будет. Переходим с вами к кузову автомобиля. Автомобиль у нас 2013 года с пробегом 94 тысячи, напоминаю. Все современные автомобили оцинковываются. Шкода вне исключения. Оцинковка здесь идет по принципу 30 микрон снаружи, 10 микрон снутри. Что дает возможность компании давать вам гарантию, ну не вам, а нам с вами, 10 лет от сквозной коррозии. Тем не менее, если попасть в ДТП, либо сделать какой-то не очень хороший ремонт, она может засвести. Обращаю ваше внимание, то что на передней двери, где петли, у нас уже есть как некие рыжие пятна, которые пошли. Оно присутствует как со стороны водительского, так и со стороны пассажирского сидения. Ну, со стороны водительской и пассажирской двери. Потихонечку перемещаемся вперед. Зеркала заднего вида маленькие. Многие это отмечают, то, что вообще в целом кузов автомобиля построен по такому принципу, когда плохая погода, едешь за фурой, все сразу в плохом состоянии становится, в грязи. Забивается грязью, не до конца бывает складываются. Тем не менее, не знаю, придирки это кого-то, но читал отзывы реальных владельцев, такое встречается. Передняя подвеска у нас идет типа Макферсон, поэтому про нее что-то говорить нет никакого смысла, все вы ее прекрасно знаете. Тормоза, как обычно, передние дисковые, задние, ну, передние дисковые вентилируемые, задние просто дисковые. Клиренс у автомобиля 165 мм, что в принципе неплохо для нее, для города это нормально, можно куда-то заехать, но не низенькая машина. Бак 50 литров. Идем сюда, вперед, в переднюю часть автомобиля, где у нас, собственно, капот, а под капотом кроется наше сердце в виде двигателя. У нас стоят галогеновые фары. Возможно, купить биксеноновую оптику. Есть противотуманки тоже галогеновые. Ну, кто-то вкорячивает сразу в них ксенончик. Давайте откроем капот и посмотрим, что у нас кроется там. И что нас здесь встречает? Вот эта палка железная. Парни, вот этот рычаг... Вот честно, у меня негодование по этому поводу. Я вообще хочу высказать следующее. Значит, смотрите, автомобиль стоит в среднем, ну, вот начинается от миллиона цена. Ну, 930 тысяч – это самая базовая комплектация, где у тебя будет палка, кузов, да и ничего больше. Нормальную комплектацию с двигателем 1.4 ты возьмешь примерно за 1.2, за 1.3 миллиона рублей. Если ты будешь рассматривать двигатель 1.8, так цены это и вовсе будут там примерно 1.5 миллиона, а то и выше, там топовая версия с 1.8, 1.8 миллиона прайсовая цена. И что нам за это дают? Вот эту вот палку, да? Ладно бы палка, так они в итоге ее ставят с той стороны, ну, про это уже 100 раз, да, говорили, скажешь ты, вот здесь
есть вода, вот наливать не очень удобно, то есть нужно вкорячить, кто-то придумывает некие бутылочки, вставляет. Идеальный вариант, палку нужно было ставить так, чтобы она открывалась в эту сторону. Но газоупорный держатель, я уже не раз это говорил, приходишь в магазин, он стоит 900-1000 рублей. Это вот для меня, для простого человека, я зашел в магазин, купил. Компания Шкода занимается производством автомобилей. Неужели они не могут выйти на этого производителя и сказать, слушай, смотри, у нас есть машины, мы там в год делаем, ну, условно, 50 тысяч автомобилей. Вот тебе цена, давай нам эти универсальные газоупорные держатели будем ставить на машины. Все, то есть ты пришел, открыл, тебе удобно, не нужно ничего здесь придерживать, подставлять. Все, комфортно. Я думаю, плюс 1000 рублей в цену автомобиля, это не особо какое-то значение бы сыграло. То есть экономят на спичках. Далее, ну, говорили как-то о том, что здесь... Вот эти вот резиночки, они маленькие, да, и постоянно летит грязь. Это действительно так вот чисто. Видишь, у нас чистый двигатель, да, у нас, в принципе, подкапотное пространство чистое. Да потому что водитель постоянно, вот хозяин автомобиля постоянно занимается уборкой. Аккумулятор, да, у нас идет вот в чехольчике в таком, в тепленьком. Видишь, кошки? Кошки здесь спят. Здесь живет Вася. Он залазит, здесь места много, он залазит, и ночью здесь так, судя по всему, спит. Но не об этом дело, не про эту Васю. Коробка есть механическая. Есть ДСГ 6-ступенчатый, 7-ступенчатый. Есть вот с двигателем 1.6 старый автомат. Вот старый двигатель там идет, идет старый автомат. Давайте обо всем по порядку. Ну, первое. Самая частая болезнь этих коробок в том, что у них очень слабое сцепление. Вот у нас уже меняли ОПО гарантии сцепления. Знаю товарища, да, вот у него 1.4. Специально взял он механику для того, чтобы избежать проблем с коробкой. Тем не менее, ему тоже по гарантии поменяли сцепление. Ставят более усиленное на холодную, там, например, даже механическую коробку. Ну, знаешь, есть постоянно нарекания. То там что-то не включается, то еще что-то. Ну, у всех по-разному. Просто каждый человек может одну и ту же проблему описать по-своему. Поэтому нарекания к коробке есть. Я не хочу в целом даже на ней прям заострять внимание, потому что все те, кто владеют Октавией, либо хотят ее купить, изучают этот вопрос детально и знают то, что если уж и брать, то лучше брать, конечно, 7-ступенчатую коробку. Двигатель у нас идет TSI. В принципе, двигатель технологичный, он современный, он напичкан различными фишками в виде двухступенчатого наддува. А вследствие этого он капризный. К этому двигателю нужны, за ним нужен хороший уход, тщательный, бережный. То есть здесь нужно ТО делать не раз в 15 тысяч, а лучше делать раз в 7,5 тысяч. Чем занимается наш владелец, так и, в принципе, другие владельцы автомобилей. Не нужно здесь ни на чем экономить. То есть на жидкостях, на маслах здесь как бы нужна бережная эксплуатация. После этого, вот в связи с этим, то есть коробка, да, например, 7-ступенчатая, плюс двигатель очень низкий расход дает. Вот единственный плюс вот всей этой пары в том, что расход у тебя будет действительно низкий. Например, наш автомобиль в городе ест примерно 7-8 литров зимой в городе. По трассе цифра может быть день 5,5 литров, 6 литров. Опять же, не хочу прям точные цифры называть, потому что все зависит от твоего стиля езды. Конкретно у нас идет автомобиль с двигателем. 1.2, на них самая частая проблема также встречалась с фазовозвращателями, меняют по гарантии многие вещи, на которые люди здесь жалуются на радиатор, то что он гремит, также меняют по гарантии, приезжают люди, в принципе, Шкода все претензии, которые известны, она принимает, поэтому ты прям можешь для себя некий списочек составить, зачем тебе нужно будет следить, и по этому списку идти, приезжать к дилеру и прям указывать то, что вот есть нарекания на то, ну, список давать, и будут смотреть. Самая частая проблема двигателей TSI то, что они зимой не греются. Вот ты проснешься утром, знаешь, минус 20 такой, пришел, новая машинка, у тебя сел, завел, и сидишь такой, мерзнешь, ждешь, пока она прогреется, и так это и будешь сидеть, так ты там в ней и вмерзнешь, потому что прогревать ее нужно строго на ходу. Пришел, все оттер там, да, ото льда, завел, поехал потихонечку, и тогда она будет прогреваться. Все эти одеяла, предпусковые там устройства типа автозапуска, ничего это не помогает особо. Проблема есть, она известна. Говорят то, что на 1.8 ее нету. Ну, пишите, правда это или нет. В завершении здесь могу сказать то, что нужно следить за цепью и все, что с ней связано. Так вы сможете сэкономить на ремонте, но в тот же момент, если вы этот момент упустите и у вас полетят головки блока, то вот это будет уже не очень приятные цены на ремонт. В остальном же все проблемы автомобиля известны. Надеюсь, то, что в обновленных версиях их уберут. Капот в целом, знаете, я вам скажу то, что он не очень тяжелый, но тем не менее, все по-честному. Ребята, вот он микрофончик, все проехали, тишина. Парни чудесным образом оказались внутри автомобиля. Если говорить за интерьер, а про него уже много было спето песен, рассказов, все здесь интуитивно, ясно и понятно. Я думаю, многие люди кайфанут, те, кто пересел с нашего автомобиля, то есть с ВАЗа.
Сюда садишься, ну действительно иномарка. Руль качественный, не облез. Слева направо, да, стеклоподъемники автоматически полностью, все четыре. Приборная панель читаемая. Сама мультимедиа по центральной части, она тоже удобная, все понятно, ясно. Опускаться ниже, вот управление климат-контролем, тоже ясное. Различного рода полочки, блядь, шторочки, всякая эта тут ерундовина, которая, знаешь, для обихода в повседневной жизни нужна, она здесь присутствует. Пластик. Кто-то говорит, знаешь, жесткий пластик, гремучий, нормальный пластик. Конечно, он не без косяков, так, например, вот здесь, вот покажи, пожалуйста. Один раз сюда поставили какую-то присоску, видишь, вот он хотел закрепить, так вот на всю жизнь эта часть и осталась. Здесь прям пятно такое круглое остается. А так, в целом, на автомобиле мы ездили, уже не первый раз на нем катаемся. Шумов каких-то таких, знаешь, скрипов нету. Но, честно говорю, едешь, то есть в целом автомобиль тихенький. Больше здесь чего-то говорить я не вижу смысла. Все затянуто, потолок нормальный, все вот эти вот, ну, сидеть можно, приятно. Поэтому поехали сразу на тест-драйв. Мы отправились в дорогу. Ну, как и говорил, зеркала маловато, даже мне после моего автомобиля. Чувствуется сразу разница. Характерная работа коробки DSG. Когда трогаешь, вот именно на маленьких оборотах, еще потихонечку едешь, то есть бывает, встречаются некие такие попинывания, ну и тут переключение передач идет. Когда ты уже едешь на дороге, вот сейчас мы едем, 60 километров, нормально, дорога ровная, прямая, покажи, пожалуйста, дорогу. Я нажимаю слегонцу или в пол. Задержка была. Подрыва прям такого сильного нету, но разгон идет. Напоминаю то, что все автомобили оборудованы турбиной, кроме двигателя 1.6. Резина у нас стоит зимняя, шипованная. Но прям жесткого шума, честно говоря, от автомобиля нету. Некоторые, как вот всегда, найдутся те, кто скажут, хорошая шумка. Найдутся те, кто скажут, вот шумка арок, здесь вообще 2 балла, нужно делать дополнительную шумку арок. Не самая плохая она. В летний период времени, я думаю, это будет еще комфортнее. При проезде неровности, вот лежачих полицейских, стыков, жопа, вот честно говоря, она прыгает. Я это ощущаю, так как у меня автомобиль настроен с жесткой подвеской. Здесь же ты едешь, то есть такое, знаете, вот такое подпрыгивание легкое есть. Если заехать куда-нибудь вообще на проселочную дорогу, то кто сзади будет сидеть на долгое расстояние, может его качать. Может стошнить человека. Для маневренности в город, там влево-вправо перестроиться, запарковаться, разогнаться нормально. Ты этого особо не почувствуешь, а со временем так и вовсе к этому привыкнешь. Но пересесть с балочной подвески, да, вот задней, с торсионной, на многорычажную, совсем другая разница. Машину однозначно назову жесткой. То, что сказать, то, что она мягенькая, даже здесь, исходя из того, что 16-е диски, ни хрена. Вот честно говоря, не знаю, вот мы едем то, что вот куда-то въезжаем, какие-то неровности, но прям вот машина, вот действительно, она их не глотает. Так, сейчас мы, смотрите, лежачий полицейский приезжаем, покажи. Раз вот, оп, оп, и газ в пол. 40, да? Ну вот, но задержка есть. Есть, кричит, орет 80. Гоняться особо не будем, все-таки город. С двигателем 1.8 ты будешь, конечно, чувствовать себя очень шустрым парнем на автомобиле. Поэтому, если деньги есть и желание ездить быстро, то надо брать. Тормоза тоже хорошие. Смотри, сейчас раз нужно притормозить, оп, схватились. Но тормоза, подчеркну, тоже хорошие. Они вот когда вот сейчас едешь, там раз нужно остановиться. На трассе та же самая система. 1, 2, 3 раза оттормозишься, все, перегрелись, уже будет там идти некое биение в руль. Подлокотник вполне удобный, да, тут вот поднимать, если ручник, то он упирается. Ну а в целом, как бы сидеть вот так вот в движной, сел, сидишь нормально. Но жёстенькая, жёстенькая подвеска, это однозначно. Время подводить итоги. Все плюсы автомобиля вам известны. Если вы являетесь владельцем, напишите сами, что вас привлекло в этом автомобиле, почему вы выбрали именно его. Я понимаю то, что основным это бывает ключевым цена, комфортабельность автомобиля, то, что его интерьер, багажник большой, клиренс. Ну, вот соотношение цена-качество, раз. Про минусы автомобиля также уже все известно. То есть, покупая автомобиль, ты не покупаешь кота в мешке, это не что-то новое. То есть, ты уже будешь знать. Двигатели, мы не сказали, являются масложорами, эта проблема здесь встречается. Сколько поджирает, все зависит от стиля езды. У кого-то вообще не жрет. Некоторые говорят, то, что прям много, то есть, нужно регулярно подливать масло. Одно скажу, то, что за автомобилем следить нужно. В хороших руках проблем будет гораздо меньше. Купил бы я этот автомобиль, честно скажу, да, купил бы. Если бы у меня было бы примерно, допустим, там 1 100 000, и я хотел бы новый автомобиль, я бы вот не пошел по такому принципу, что я отдал бы эти 1 100 000, взял бы кредит и взял бы там автомобиль классом выше. Или же, например,
я пошел и за 1 100 000 там купил, например, что-то себе на вторичном рынке, какой-то бушный автомобиль. Нет, я как раз тот человек, который сторонник, новый автомобиль — это лучший автомобиль. Ну, либо наоборот, лучший автомобиль — это новый автомобиль. Ваше мнение по машине вы можете высказать в комментариях. Все, что вам понравилось, не понравилось, вообще, что вас в Шкоде привлекает или отталкивает, пишите. Будет очень интересно почитать, особенно если вы владелец, напишите, с чем вы сталкивались. Возможно, я что-то неправильно сказал, поправьте. На этом мы заканчиваем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы, предложения, все в комментариях. Следующим роликом у нас будет теперь уже только про Kia. Буквально на днях я готов приступить к обзвону. Какой автомобиль я выбрал, вы об этом узнаете в ролике. Их даже будет, сразу скажу, по-моему, по секрету, 2. Будем прозванивать за 2 машины. Поэтому работаем, занимаемся. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.